Итак, друзья, очень простое упражнение для детского сада, но оно развивает правое и левое полушарие и нашу память. Итак, проверим. Приготовились. Зайчик, два пальчика, пальчик указательный. И меняем. Зайчик, пальчик, зайчик, пальчик. Кто может быстрее, у кого хорошо получается, добавляем хлопок. Зайчик, пальчик, зайчик, пальчик. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Напишите в комментариях, как у вас получилось.